Поэтому, ну, на первое время... Да, конечно, да. Но, может быть, это кому-то смешно покажется, что один бежит за 13 секунд, другой за 30. Но такой разный уровень сейчас спортсменов в разных странах. Ничего в этом нет такого. Все когда-то с чего-то начинают. Лишь бы это все не было одноразово, а развивалось. Да, ну потихоньку это будет все сглаживаться. Действительно, это время, ничего так быстро не бывает. Да, не так просто, это должна быть башня, должны быть снаряды на сотни, чтобы тренироваться. Если в футболе все просто, купил спортсменов, выставил команду, да, спортивную, то здесь надо как минимум ее воспитать, должна быть своя тренировочная база, ну, очень долгий процесс. Технически сложный вид. Представитель Казахстана Сулейменов Бахыт выигрывает данный заезд.